Очередь команды сил света запрещать героя. Очередь команды сил тьмы запрещать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь команды сил света выбирать героя. Осталось 10 секунд. Рубик. Очередь команды сил тьмы выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Ursa Warrior. Приготовьтесь к битве. Ты тут в это шел? Ты успел? Да, да. Тридцать секунд до начала сражения.
Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами вновь Каспер и Годхант. У нас экстренное включение прямо с места событий. Мы продолжаем смотреть квалификации на шанхайский мейджор. Это европейский дивизион этой самой квалификации. Вы уж нас немного... Честно, мы только сходили в туалет. Да, да, только сходили в туалет, поели, поговорили, прогулялись по городу. Ну, на самом деле, да, ребята немного быстренько стартанули, как по мне. Ну, ладно. Да, смотрим. Мама Любы, как я их называю, I love mom, Mommy Boys, они же против все тех же Team Spirit, Gablack и компания. Еще, мне кажется, не успели отдохнуть против после предыдущей катки, которая была весьма, весьма тяжелой, скажем так. Да, интенсивной. Она была действительно интенсивной. Ну и посмотрим на то, как сейчас будут ребята у нас катать. Давайте начнем с представления игроков. Пайкат у нас будет катать на Тине, Сакс, Vengeful Spirit. На Инвокере у нас есть еще и обзор на Рубике и Секси Бамбу Спирит Брейкер. Ну и Team Spirit, Gablack на своем Личе, Afterlife, Doom, Iceberg, Урса, Always Gonna Fly на Виспе и Рамзес 666 играет на Бистмастере. Собственно, вы уже видите. Ну и начинаем. Два кабанчика, интересная вообще игра на изилейне от Бистмастера. И Айсберг, телекинез, подтащили, как же ему здесь неприятно, но Виз, понятное дело, свое дело знает. Ну, честно, вот такие нападки на Урсу, мне кажется, вообще какими-то, ну, абсолютно глупыми, на самом деле, потому что Виз в любом случае все выхиляет, вы просто, ну, скажем, поддерживаете темпы спай-игры. Ну, скажем так, да, не дают ему отходить с лейны и так далее, то есть это тоже важно. Ну, хотя, возможно, сказать, наоборот, важно. Надо дать ему уйти с лейны и потом напасть. Вот, вот, как-то так, немножко может подбайтить, не знаю. В любом случае, произошло то, что произошло. Висп с полным по-прежнему боем вообще справляется пока практически и без его помощи. Скоро совсем появится руна. А вот руны у Виспа отжимать очень важно. То есть как можете заставить Виспа нервничать? То есть мало того, что вы напрягаете его парня на линии, вот как это сейчас, например, происходит. Вы еще все это время пытаетесь контролить руны. Вот, например, внизу Spirit Breaker за руной пошел, а наверх никто не пошел. В итоге Виз забирает руну, и ему пофиг, что вы там делали эти две минуты, потому что он опять спокойно возвращается себе на линию. Да, у него еще и руна дабл дэмэджа, если что, так что на крайняк он может встрять еще и надамажить. Тоже какое-то небольшое недопонимание, возможно, произошло, потому что выходит Лич очень агрессивно. Правда, у нас нападение на Afterlife, и его убьют. Да, это First Blood для команды Mama Boys. Ну, в последнее время все думают, если они нажали землю, то они уже неуязвимы, но оказывается, когда у тебя один или ноль армора, дэмэдж-то залетает неплохой. Да, вообще, как бы и землю тоже немножко понерфили, и она у тебя всего лишь первого уровня, то есть, ну, 10 хп регена, считай, там еще сатир. По тангусам. Еще 6. Под двумя, ладно. Но со второй землей, конечно, уже намного, намного приятнее убегать. Ну и догонять, соответственно, тоже. 1-0. Открывают счет у нас Radiant. Все та же Best of 2 серия. Для тех, кто, возможно, только учился, напоминаем, что у нас все матчи формата Best of 2 на этих региональных отборочных. И за победу дается 2 очка. Ну, это за безоговорочную победу. Да, то есть 2-0, да? 2-0. Я имею в виду, что за каждую карту дается по одному очку, независимо от того, выиграли вы там сухую или ничья. То есть мне эта система не слишком нравится, потому что очень высока вероятность ничьих, огромного количества ничьих. Да, дело даже не в этом. Дело даже в том, если ты выигрываешь две карты, ты не получаешь такого колоссального отрыва оппонента, потому что ты все, зарабатываешь 2 очка. Типа выиграл, молодец. Там кто-то где-то тоже две ничьи сыграл, то есть ты можешь там выиграть, проиграть, кто-то сыграет две ничьих, и в итоге у вас там будут примерно, ну, не примерно, а одинаковое количество очков. Там уже будут немного другие факторы решать. Возвращается у нас на линию Hitbreaker. Как дела у Инвокера? 7 крипов, это маловато на самом деле, Урса имеет 16 на 6, у Инвокера 8 крипов, в два раза уже сейчас идет перефарм, и с этим надо что-то делать, потому что Инвокер должен выигрывать лейн. Ну как сказать, должен выигрывать лейн, он хотя бы не должен его проигрывать, а тут да, получается пока то, что он играет еще и через класс Векс, то есть ему в принципе тяжело с его уроном добивать крипчиков. Тут Урса, у нее анимация хорошая, у нее тут призыв, в принципе, подкатили. Ну, уже вообще очень тяжело брать крипов в любом их виде. Тут уже 9 заденайных, у Инвокера 2 заденайных парня имеется. Ну, а чем может помочь здесь Рубик? Вот в чем дело. Ну, хорошо, ничем. Ну, вот, придет Рубик, хорошо, что они с этим виспом даже будут банально делать? Ну, дадут ему они там пару тычек, он просто улетит от них.
торнадо, крипчика. Хоть крипчика. Ну, видимо, с этой целью он его и давал вообще, потому что что-то совсем дефицит крипу инвокера. Инин хорошо фармит. Ну, вообще, пока по линиям мы видим, что везде у Team Spirit все хорошо. Еще и Бестмастер у нас делает минус. Да, сам, конечно, он может погибнуть, но нет, вышка переключается. Там еще и фласка есть, так что он сейчас спокойно отпивается, стики зарядились немного. А, или у него нет стиков? У него нет стиков? Как нет стиков. Ты без стиков? Вот, вот, собственно, их и докупил сразу же. Так вот, ты купил стики. Так вот, и в принципе ситуация у Team Spirit сейчас ну, очень хорошая. Если только не умрет Айсберг. Айсберг умирает, но инвокер он успевает забрать первей. Это, по сути, ну, почти нивелирует то, что он только что погиб. Башню сил. Ну, вообще, да, инвокер за нее ничего не получил. Атакуют. По факту. Ну, денежек немного после смерти. Ну, да, деньги, хорошо, да, деньги тут такое. Но тоже. Икспы нет. Виспа подкачали, это тоже очень хорошо, потому что совсем скоро появится релокейт, а с релокейтом этот пацан становится намного грознее, слушай, чем сейчас разгон, есть разгон. Разгон на виспа, вот это, кстати, сейчас... может быть опасно. Сейчас ему ботл забузят. И надо срочно выпивать! Он выпивает, но успевает его добить. Бабу еще тут продолжает убегать, но Урса неумолима. Хотя торнадо просто не долетает, если бы Айсберг знал! Он сейчас разгонится. Если бы Айсберг знал, что Урса вот так вот не долетит... Точнее, не Урса, а торнадо, если башню вот так вот не долетит, то, конечно, он погнался дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! О, боже, на козе прибегает! Что это за ганг, отряд? Ты видел этот стан, откуда он вообще прилетел? У меня просто он где-то из ренджа экрана влетел в Урсу. Башню сил света на верхней. Ну и тут вот уже мама бойс очень жестко огрызнулись. Такой ганг, отряд. Это просто этот вылетающий тени, типа, что ты там... Ну, слушай, еще раз висп умер. А вот это уже совсем плохо. Прям очень грустно. Да, и получается, тот инвокер, который вначале вообще ничего не нюхал, сейчас он заимеет нетворс весьма неплохой. Какие денежки он получает, по экспириенсу он тоже выползает. Вот они фейзы, которые позволят ему лучше ласт хитить. А он уже так-то Урсу обогнал по нетворсу, которая так вообще его я убежала. О чем и говорю. То есть, то, что ты перефармил по крипам, это не значит, что ты переиграл уже в дрова. Да, ситуация на линии может измениться совсем кардинально. Так, тут обновляется вард на линии, мы видим вингой. Ну что у нас тут Рубик? Рубик у нас пока в оффлейн переместился, добирает себе урну. Я так понимаю, тут у инвокера Юл, наверное, будет. Уже думал, возможно, будет урна. Нынче модно собирать на инвокерах под колд снэп урну. В принципе, полезная штуковина. Скажешь. Ну да, заэскейпиться практически вообще нереально. Секси Бамбо, пятый уровень, сейчас шестой будет. Сейчас будет шестой, появится ультимейт. С ультимейтом станешь еще ярче для спиритбрейкера, потому что эскейпиться очень трудно. Тот же висп какой-то, если ты его зацепил, ты его уже можешь не отпустить. А так как хп у виспа очень башню мало. Сил света на верхней линии. Потому что он еще умирает постоянно в медле. Никак его хп не бустит. Ну да, да, ничего не скажешь. Вообще, интересно то, что будет дальше атакуют. Собирать Бестмастер, потому что у него огромное количество, ну реально просто огромное количество. Будут ли это быстрые некрочи, или это все-таки будет блинк-даггер с целью понагнетать обстановку? Все-таки инвокер действительно купил себе урну, несмотря на то, что урна также уже имеется у Рубика, но не слишком это важно. Инвокер соло-фраги может хорошее исполнять, ему Рубик для этого не сильно нужен, поэтому с урной проблем быть, наверное, не должно. Появляется также потихонечку барсерок и, соответственно, выход в барабаны, наверное, будет какие-то у Думченко. Ну, Думченко надо укрепляться по хп, это определенно. Собрал он фейзы. Фейзы хороши для атаки, но с 900 хп против тини... Силы света лишили врага награды. Можно слишком быстро лопнуть. Линии. Реген — это хорошо, но реген из минуса не вытаскивает, вот в чем проблема. Да-да, я соглашусь, то что если ты уже мертв, регенить, в принципе, бестолку. Ой, Урса рано прожала, в итоге иммун, он сейчас просто закончится к моменту... Ну, там 5000 телепортов, залетает еще сюда и висп, он и выхилит, в итоге, Урса. Да, в итоге Секси Бамбу здесь малость загулял, хотя у Рамзеса просто нет маны, вот, его отпивают ботлом, для того появился Primal Roar. Ну и, наверное, башню уже порта бы, да. В лицо просто крик, просто в лицо. Это из разряда «в лицо попробуй мне сказать». Вот ну, он вот сказал. Сказал тут, он да. Сказал. Он даже крикнул, я бы сказал. Сказал это так. Мягко. Мягко, да, а тут прям вот с двух топоров. Да, ну вообще, пока мы видим то, что по линиям изначально у Spirit все было хорошо, потом они немножко, конечно, подзалили, но баланс сил возвращается, потому что три топовых нетворса принадлежат им, несмотря на то, что проигрывают они по фрагам.
суммарно по денежкам у них все замечательно. Там только Урса иногда где-то подотстает, но Урс сейчас скрипчиков бьет, поэтому все нормально, все по плану. Башню сил тьмы на верхней линии атакуют. Интересный никнейм. На паджике, наверное, любит играть. На паджике с ником Бал. И тут просто заходишь в паб. 5 типов с ником Хук. Все на паджиках. Пуджуарс можно нормально. Лича, кстати, давно не было где-то видно. Потерялся немножко, но вот он появляется опять на линии, мы видим. И он уже с 6-м уровнем, соответственно, Chainfrost есть. Мы видим, Габлак уже пошел немножечко под девардить, Где? Никаких вражеских много стаков. Не обнаружил. Где тут? Да. Ну да, присутствуют. Стаки присутствуют, действительно. А здесь у нас забирается Рошан тем временем. Должны понимать, это прекрасно, я думаю, MB. Ну блин, урсы нет на лейне. Вот он в террор, да, Винга все дело спалила. Есть разгон на виспа, подходит сюда Рубик. Должен поднимать, поднимает. А разгон не на виспа, разгон был на другого товарища. Но висп все равно здесь умрет. Урсу тоже прогоняет, но урсы еще есть ульт. На свапчик пошел, поймали Хука. Хука убили. И Саксу тут тоже будут убивать. Остальная часть команды. Где остальная часть команды? Еще станчик. Вот эта часть команды. Ага, тут все поменялось. Тут изначально было... Спиритбрекер догоняет Урсу, и она от него убегает. Сейчас все действительно немножко изменилось, но вот мы видим, Спиритбрекер, кажется, ушел. Там Лича нашел Тини, и Урса хорошо, как нападает сейчас на Пайкату. Пайката пассивка некачественная, поэтому Урса абсолютно безнаказанно его избивает. Конвейер. Это... Да, это реально конвейер. Это не барабанчики сразу, думаю, Рошан все равно упадет в капелку. Тим Спирит они его без труда заберут, Урса там подфармила что-то. Но в итоге 1000 с небольшим Башни зарабатывается. И плюс Рошан еще. И Рошан. А сейчас вот эти там 1000, они очень сильно будут решать. Почему? Потому что появится какой-нибудь блик или там атакуют. Некрономикон. Ой-ой-ой. Дота! Башня Дота или компьютер? На верхней линии. Да, может быть, не, эксплит работает. Да, это все. Это Дота. Меня что-то подлагнуло. Так Башню вот, потому что появятся сейчас блинки, атакуют. Некрономиконы будут грейдиться постепенно. И каждая вот эта 1000 это грейд некрономиконы, например. И ты вроде как думаешь, ну ладно, подумаешь, какой-то косарик, ничего страшного. Бам, у тебя вышка упала, еще вышка упала, и эта 1000 превращается уже там в 3, в 5 и да, на начальной стадии игры это очень ощутимо, потому что какому-то саппорту там не хватает. Какому-то дреску, или на рецепт мейки, вот она мека, а мека это там много-много хп в файте. Это всего-то 1500 хп. Башню сил тьмы на центральной линии 1250. Атакуют. Так, у нас тут погоня сейчас за Габлаком. Нет, нет погони. Передумал, порычал и ушел. Да, но падает ковышка. И вот, кстати, блиндагер у Урсы, который уже есть и с которым уже начинает потихоньку драться. Хотя контроля против Урсы тут пока предостаточно. Очень много станов и без боковой тут не обойтись. И так далее. Пока добраться до таргета очень трудно, потому что если винга вытащит прямо из-под Урсы, Урсе надо либо этот таргет начинать бить, а бить вингу это не самое лучшее занятие. Все-таки армированные, да и оверпауэр скорее всего уже слил. Ну да, долго будешь ее ковырять. Соответственно... КБ делать почти нечего, то есть тебе нужно, во-первых, не профукать весь свой overpower, для того, чтобы потом не оказаться ни с чем, ну как-то спровоцировать вингу, да, потратить пап. Так, ну и инвокер приспалил, подошел к крипам, они такие все позамерзали. Рамзес сразу же заподозрил здесь что-то неладное. У него второй некрономикон. Вторые некрочи, да, уже скоро будут третьи. С третьими пуш может быть активный. Ты приходишь к вышке, начинаешь ее пинать, не корочеть, там никому не выгодно забирать. Ну, то есть дэмэдж по всем залетит очень значимый. Если ты их нечаянно забираешь. А Ти может засыпать нечаянно. А там вообще может нечаянно произойти. Какой-то инвокер с парой ех может залить. И мы видим смок. Вот Саксы. Они думают, что опять Рошан. Обзором. Висп. Ну тут еще висп такой, да, ненавязчиво, типа. Ой, летит. Торнадо за Ивэдди уходит, и посмотри, а сколько он там дамаги в них влил? Ты видел там 3 или 4 виспёныша влетело вот в этих ребят? Лучше подраться тогда в догоночку. Нет, а они Рошан пойдут бить. А, не да, они решили подраться с другим немного пацаном. Заходит на Рошанчика. Вторые некрочи, висп. А почему МБ думают, то, что Рошана не бьют? Или они не хотят драться они просто? Они, походу, подумали, что они уже бессильны на этом Рошане, потому что торнадо нет, ЕМП нет, ничего нет, все в кулдаунах. Октарина-то еще нет, видишь, вот Рошан был бы Октарин. Убит силами тьмы. Уже бы с торнадо. Горишь до сих пор, Романыч?
Так, ну и что у нас тут происходит? У нас происходит то, что разбегаются, пока мама бойс. Верхней линии атакуют. Не всем, кажется, удалось разбежаться, хотя хороший торнадо и вот так. Получается, надо убежать. Отхиливать, надо отхиливать, потому что или живой там флай. Просто понимаешь, если бы на тему Октарина горел только я, даже игроки заметили, что Тимспирит не будет говорить имен, да. Многие осудили действия инвокера. Подметили, вот скажем, этот нюанс и со Свеном, и с инвокером, то, что немного им там не хватило. Ладно, не будем. Наболевшим. Ну, возможно, сейчас они исправятся. Сейчас ситуация вынудит их действовать более рационально в плане использования их ресурсов. У нас нападение на Ябзора. Но только сказал в плане рациональности, так сразу же просто крик и убежали. Ну, с другой стороны, сами не погибли, и то хорошо. Подходит Лич с чайником. С этой позиции можно, Роман, много всякой ахинеи творить. Сами не погибли, и ничего. И то, ладно, все хорошо. Все нормально. Лич выходит. Элегантно вылетает из леса, но никого не обнаружил. Ну и можно вышечку даже, наверное, попушить. Все-таки аура 4 уровня. Ничего себе, пары первые. Серега начинает некорач там рубить. Свингу убили. Да-да-да, тут на топе у нас висп сорса их нашли. И возвращается в центр Тукини, прилетел, напал на виспа. Хорошо, виспа убили. Кстати, могут еще и урсу здесь убить. Да, урсу сейчас все закончится, и ее просто вытрут. Но у нее есть эгида. Во-первых, хорошо, вы эгиду убили, дальше что делать? А накричать нечем. Крип потрачен, но дум есть. И инвокеру уже должно быть немного страшно. Ходить хотя бы. Слушай, и гиду выбили ни на что. А, ну так еще и виспа забрали. Не, ну висп и гида, да. Ну типа норм на вингу. Короче, в итоге был размен, получается, на вингу. Я думаю, что башню сил света на нижней линии атакуют. Больше довольны, чем недовольны тем, что все для них закончилось. Да, винга там пока продолжает затариваться вардами. Дум с Владмиром, бестмастер, я так понимаю, уже третий некробук должен быть. Да, летит третий рецепт. На Некрономикон, и сюда еще что-то докупится. Так, тут айсберг должен лететь. Угрклаб. А, смоук лич приобретает. Вот так вот. Пик уже откатился, поэтому можно где-то и подворваться. Ну, Black King Bar на Урсе здесь смотрится очень хорошо. Мы уже это обсуждали, то, что это необходимый айтем здесь. Здесь надо как-то еще в виспу очень умело торнадо и выйдеть. Попадает под него, то это практически гарантированный лопнутый шарик. Башню сил света. Я бы сказал, жидовский смоук такой, знаешь. Да, немного зажали, ребята. Ну, на самом деле это норм. Палимся, что мы все пропали с карты, Урса же фармит и все такое. Но башни вот сейчас все четко нарисовали Мама Бойс. Кстати, возможно, они даже заметили мельком этот смоук. И может быть сейчас выход на Ябзора. На Рубена? Но это только Рубен. Это какой-то никчемный Рубен. Башни, да, в итоге забили на него. Они на него забили, атакуют. Рубен забил на них, и просто сносится кир-1 вышка по центру. Я думаю, даже не стоит юзать дикрачей. Дикрачей можно оставить на ШТП на топ на и там подраться, потому что атакуют. Здесь силы не пригодятся, и так заберут без проблем. Можно на Т2 пойти с дикрачами третьим. Вот, на Т2 вообще можно. Т2 можно совершенно спокойно наброситься сейчас, пусть как бы там ребята ковыряются. Тут эти там 260 хп, они пока снесут, еще очень много атакуют. Времени может пройти, да, только доковыряли, а здесь уже идет спадение, прожимаются еще и барабаны, разрушены. Слушай, смотри, что происходит с Тауром. Не крачь там ее прям под самый корешок, как песня. Башня сил света на центральной просто линии демонтирует, разрушены. Демонтирует вышку. Блин, новое видение. Когда какое? Ты крушишь вражескую вышку, выпадают запчасти, с помощью которых ты можешь ремонтировать свою. Что? Как тебе вообще могла в голову попасть эта идея? Ты нормально смотрится, кстати. Нет. Я говорил про Аркан Руну, ее ввели. Ждем. Так мы с тобой давным-давно уже про Аркан Руну говорили. Клэп, сожрать, лай, свап. Что ты сделал? Ну ладно. Но в итоге у Хасимаму могут быть проблемы, хотя чайничек полетел, чайничек полетел и в тени дальше возвращается. Убивает буквально на тычку раньше, но айсберг тут убьет. Хорошо, айсберга подняли, айсберга убивают, Рамзес пытается убежать, у него еще есть 7 стиков, возможно, это ему хоть как-то поможет, но у спиритбрейкера всего 4 секунды кулдаун на разбеге. Там урну обновляют постоянно, поэтому... 10 стиков, 10. Нажал, ну, мало. Но... Никудышные стики. Никудышные стики. Ну слушай, смотри, как неплохо воевали. Спиритбрейкер должен быть более чем доволен. 1300 золота он заработал. Будет избиение противника. И инвокер тоже 800 поднял. Неплохо, неплохо, еще раз неплохо. Спиритбрейкер супер доволен. Посмотри, 1000 на руках, 11 уровень.
Он еще и крипчика заласхитил только что через баш, он должен быть совсем доволен. Это... Еще и Мидас у него есть. Тогда Мидас это... Нет, вот. Кстати, вот тут Мидас нельзя осуждать, вот четвертый баш. Мидас это так спит, ты просто стоишь там, колотишь какого-то... Типа разок-другой прокнет. Да. Или он напрокнет. Да, и появляется БКБшечка у Урсы. А вот тут все становится более неопределенно. Почему? Потому что спасти теперь кого-то — это основная задача Мамобойс. Теперь задизейблить Урсу не получается, ваша задача конкретно разыграть очень хорошо через Вингу ситуацию с нападением Урсы. Если Винга где-то ошибется, не окажется рядом, или нападут на саму Вингу, возможно, и она кого-то подставит в итоге. Вот это норм. Кстати, свапнуть типа в замес. Инвокера какого-нибудь или Тини. Нет, Тини, кстати, нормально. Еще. Особенно с блокингбаром он может там разобраться. Не, ну с блокингбаром, да. Если бы у него был блокингбар, например, я бы так и сказал. Но у него пока шадоу амулет. Тоже, кстати, похожий айтем на блокингбар. На 4К, по крайней мере, так. Да, дает тебе неуязвимость. Кстати, напали на Вингу, ту самую. А есть форстафи какой-нибудь? Ну, есть типа свапчик, но вот, собственно, и тот самый. А можно было инвокера свапнуть? Кстати, да, он бы ушел. Он в визе, он бы ушел. А там дасты. Нельзя было свапать инвокера. Там они бы растерялись. То есть, ты же не видишь сразу инвокера. Кого-то свап. Да, типа, куда ты, что ты, как это? Ты пока думаешь? Как Джокер, да, с карандашом фокус показывал. Ну, появляется Shadow Blade у Spirit Breaker. Shadow Blade будет у Тини. Что за Shadow Blade Team? Не, в папчике это прикольно работает. Там никто никогда дасты из интри не покупает, там это норм. Мне интересно, сталкивались ли Мамобойс с ситуацией, когда у команды противника были сентри и дасты? Да как есть, там когда иногда закидываете одного с 5К, и он сам покупает. Я думаю, так. Сталкивались. Возможно, просто думаешь, что Team Spirit не купят. Башню силы на нижней линии атакуют. Да ладно, смог-то не на всех юзают, а ты? Какие-то квалы вот эти на мажор. Там турнир с 3 миллионами призовов. Так, будем прыгать, допрыгивает. Надо сразу дасты. Да, выйди из инвизии. Пит режется и минус хук должен быть еще через одну тычку хлеб. Бамть. О, вот собственно то, что будет происходить всегда, если Винги не окажется рядом. А Винги рядом в данной ситуации не оказалось. Хотя сейчас могут попробовать убить Виспа. Ой, как же больно Виспу там было, он просто лопнул, бедолага. Там и второй. И Урсу сейчас должен убивать. Да, и с Урсой неплохо разобрались. В этот раз уже Лича не оказалась рядышком. Лич мог хотя бы чайником немного суматохи навести. Ой, вот как бы. Двушечка уехала, называется. Так, хорошо, ну потеряли инвокера, окей. Можно там, даже если косарик списать, но все равно потерять Урсу, ключевого персонажа, причем отдать ее Тини. Но Тини плюхает Shadow Blade по виспу было, конечно. Башню сил света. Так и так будет от плюх Тини отваливаться. Если это будет какой-то Silver Rage там потом или еще что-то, то забей. Башню сил тьмы на нижней. Так, тут, ну, видимо, неплохо бесмастер вышел, подпушил. И вообще на его месте, наверное, здесь появился с некрачами. Просто добил этих 400 хитов. Ну, он решил этих 400 хитов сразу добить. И оказался прав. Слушай, без маны, торнадо, есть релокейдж, да, Spirit Breaker под ультом Дума. У одного крызёт, ты не уйдёшь, типа, куда ты бежишь. Минус 3. Ну, в итоге минус 3, минус вышка. Для Спирита все сложилось как нельзя вообще лучше. Плюс еще заходят на тир 3. Понимают, что еще 40 секунд не будет Spirit Breaker, еще по 20 секунд не будет двух суппортов. Почему бы и нет, торнадо и вокер уже потратил. Свои сооружения. Ну они грызут, там глифт вот только нажали. Сейчас хорошо, нападает на пайкат, пайкат, пайкат. Второго уровня пассивка, но пока не работает. Дум подходит, бэм, столько. Сабелька это своей огненной. Вайсберг говорит, не подходи, я тебя башня буду видеть, света если что. Башня сил света на верхней линии. Пингует, пингует, кто-то я видел, я все видел. Кто-то попинговал на барак, в итоге побили немного не тот, ну и ладно. А могли побить тот. А? Даже не сгорел. Не ври. Я по глазам вижу, что сгорел. Ребята, это ты вам говоришь, что не сгорел. Он тут рубашку порвал на себе. У нас опять Висп умирает. Висп? А, ну, там... Дум тоже отморочка. Хотя Хасу! Хасу, бери, 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 Хасу! Оп! Почему ты не разбил Ирвинга? Свап, это был Байт Гейм. Смотри, Дума затаскивают, пинают, пошел чайник, а Дум все еще живет, торнадо, пытается уйти. Нет. А там ушел Shadow Blade, по итоге чайник перестал летать, действительно, и габлак. О, как тут по конвейеру ребята пошли. Еще и Урса здесь бегает. Иди сюда, сладкий Бабалек. А Рубентас под горячей землей. Ну, а че не дерутся? Вас трое, там двое. Ну, типа, больше.
Меньше все равно вот это. Да-да-да. Ну ладно. Возможно, боялись наличия Бестмастера. Там все-таки и Некрачи, и сам Бестмастер со своими аурами. Кто его знает, чтобы они там могли перевернуть. И в итоге появляется Башар у Урсы. Тоже хорошая инвестиция. Да, видим, по деньгам продолжают потихоньку Мама Войс за счет именно успешных драк. Ну или не совсем успешных драк со стороны Team Spirit потихонечку зарабатывать деньги, хотя они все равно позади. Вот они проигрывали в начале там 4500, потом спустились до 2500, сейчас уже в районе 6000 они проигрывают, и там Тарик только что отыграли. Главное, чтобы Team Spirit не останавливались на достигнутом, скажем так. Уже Новый год закончился, все, тосты уже прошли. Счастье, здоровье. Не останавливаться на достигнутом. Да. Блин, счастье, здоровье — это топовый тост. Да, знаешь, еще успехов в личной жизни. Успехов в личной жизни — пух. Пух. Рошан появился. Вот только. И на лича разгон. Но Spirit Breaker там один был бы. А одному вот против этих четырех пацанов как-то не очень хорошо. Да даже против троих пацанов можно было бы пострелять. Там, кстати, у него почти готов Silver Edge. У Spirit Breaker. Вот это очень серьезная заявка. Silver Edge. И не крачами Рошанчика. Блин, какой так спит? Урса там и так. Смотри, просто быстро наваливает со всей этой фигней еще быстрее. Рошан. Да, в итоге гиды для Урса, естественно. Надо уходить. Башню силы на верхней уже линии. Там атакует. Кого-то нашли. А, нашли как раз того самого Spirit Breaker. Вообще есть теория. Теория, что блокинг бара на одного Spirit Breaker нажимать не надо. Во-первых, есть теория, что не крачи видит инвиз. Да! Прочитал просто. Ты слишком умён. С языка снял. Да. Некрачи видит инвиз. Добро пожаловать в Дива. Что ты думаешь насчет того, что изначально в них эта опция башню не была заложена? На верхней линии и просто атакует. Получилось так, что когда-то золотых некрачей увидел варды, написал репорт, и они сказали, это не барм, и это фича. Это как недавно они убрали мега-грифов, не читал эту фигню. Я еще сгорел тогда. Избавлена ошибка, в результате которой первая волна больших грифов и мега-грифов была значительно сильнее остальных. То есть это была не фича игры, ребят, 2 года или 3 или 5. Это был баг. Ну, бывает, это было. Так же с некрачами могло быть. Типа, впадлу фиксить, просто допиши, что третий некрачи видит инвиз. Все, пофиксили. Фикшн. Ну, я реально сгорел, когда увидел. Исправлена ошибка. На эту ошибку, на этой ошибке стратегии строятся. Ошибка у вас. Жесть. Так, ладно, у нас тут мека у Лича. Окей, и травела также у Бестмастера. Тоже, в принципе, неплохо. И Тини в Шадоублейде ищет жертву себе. Вместе с Секси Бамбу они этим, кстати, занимаются. Ну, знаешь, вот этот стиль игры у Мама Бойс, мол, реально как в папчике. То есть, кто нас не будет пытаться вокруг этого играть, вокруг этих Шадоублейдов, все будут бегать по одному, а за-за, сейчас мы там нагангаем, напикопаем, так, все будет замечательно. Станчик, еще бы свапнуть его в толпу, или свап уже был, Урса вот бежит, проходит бар с первого удара, Мингу съели. Съели Мингу. И Секси Бамбу сюда пришел, и его тоже сейчас. А зачем ты прожимаешь БКБ, Дум? И тебя вылетел. Почему, когда он видит Спирит Брейкера, которого заткнул уже Думом, он нажимает блокинг? Ну мало ли там инвокер с торнадо какой-то сейчас даст, все полетают, то есть он летать не будет. Ну, типа, бывает, ничего страшного. Сейчас нормально все было. То есть драка начиналась, кто его знал, кто там что накастовал. С инвокер. Перепрыгивают стенку. Ого, поехали, чё. Не все смогли перепрыгнуть стенку. Ну да, у крипов отсутствуют подобные опции. И отправляются на топ сейчас. Нужно добирать сторону. Да, Урса нападает, Виктор Протекшена, естественно, уже нет. Есть, правда, глиф. Краским глифом можно воспользоваться. Казарм было бы. Сейчас нажмут, как атакуют. Поменьше останется. Побить здание, так. Может быть, что и сварнишь его? Силы света укрепили О, свои глиф, сооружения. Хорошо. И приходится отходить. А мне интересно, вот, знаешь, ладно. Сколько раз? Сейчас. Кончится эта драка, вот сейчас убьют всех ребят из Spirit. Команда, я расскажу. Не, подожди, здесь на самом деле они развалят. Урса, еще. Да, Урса норм, кстати, воюет. Почему? Урса, клэпчик должен быть. Башик нормально сработал. Пел, думчик.
Спайбеки. Урса пока просто безотказно щелкает райт-кликом по героям. Там еще Кинни где-то умер. Куда ты прилетела, Линга? Блять, вообще нет, сюда вообще прилетела. Боже, там после байбека она была, кажется. Байбека. Так что на кого-то накричали? Да, на Ябзора накричали, Урса просто прыгает дальше. А там баш. Да. Ну, тут все, орки кидай, не кидай. Бэкдор протекшн справится. Да и сквозь бэкдор протекшн должны будут поломать. Много героев месяц. Мастер подошел казан поближе. Получилось сейчас их промилишь. Да, я хотел пошутить типа эту тему, мол, интересно, а у них сейчас в команде ходят разговоры про то, что Каспер типа смотрит и сейчас горит на этой линии по этому поводу. Я почти уверен, что прошла мысля, но ладно, в итоге они справились. Ну справились просто потому, что Мамба Бойс сделают что-то невообразимое. Телепортируют. Нет, это просто там фраг. После байбека, да, то есть, ну... Атакуют. Да отмени ты этот телепорт, прибеги пешком тебе бежать, там 5 секунд времени. В итоге, всё, нет пары героев, вот только Винга появляется после своей предыдущей смерти. Ой, меки засыпали, ну это ура, братан. Тут не весь ульт есть. Казармы сил света на центральной линии Брекер разрушены. Айсберг. У неё ещё и Гида, там мы не забываем, да, не забываем. У неё ещё Аегис. Ну вот только-только сбили Гиду. Прорычал немного. Думом заткнули, чтобы больше не рычал. Украли, кстати, что-то, украли Дум. Да, а у Урса появился Абиссал. Просто уйти. Да, просто так уйти. А забрали сторону, зачем оставаться? Забрали сильный барак, в итоге герой, который со временем сам сможет спокойненько себе упасть. И все, да, идти на бар, гениться, подфармить, возможно, пару ключевых артефактов можно для самых разнообразных героев. Для того же Виспа, например, это может быть что? Это может быть... Ну, мека там вроде есть у Лича, да. У Лича есть мека, поэтому там про Гуангрис пока можно не говорить. Ну, у Урса есть все, что ей необходимо. БКБ, Абиссал, Блинк есть. БКБ потихонечку добирает себе Бестастер. Тоже хочет драться более свободно. Ну, думаю, что... Думаю, возможно, Блинк вот сейчас через... Да, Блинк тоже. Ну, Блинк. У него уже, по сути, все айтемы есть на команду. Владмир собрал, Аганимчик, БКБшечки, все есть. Барабаны вторил. Поэтому, блин, только ворваться, нужный таргет заткнуть. В идеале это вообще должен быть инвокер. Закаешь его, да, и все. И все. Как бы человек, вот, который там собирал себе все эти морхиды и прочие гни, он вообще ничего не может сделать. Конечно, вариантов для Мама Бойс я вообще здесь практически не вижу. 15 тысяч они уже проигрывают. Вот нападение на айсберга пошел. Заткнули Думом. Ну и чё? Рамзес тут появился. Если, правда, не успеет он накричать. Не успевает накричать. Хорошо, тогда же более или менее там Урс спас, да. Вот эта сфера увезла его. Рамка горит. Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. Трасса прикольная, за ним остаются. Трасса? Ледяная трасса? Ледяная трасса. Башня сил тьмы на центральной линии разрушена. Ну что, попытаются ответить с носом центра? Возможно. Байбак есть у Виспа, можно подраться по сути. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Это неприятно, 20 секунд придется подождать. Там Лич просто без церемоний каких-либо закинул чейн просто. Рубик украл, кстати, чейн просто, но мог бы пайка украсть. Пайкат уходит в инвиз, а вот Секси Мамбу не ушел. Там гем, по-моему, голд есть, если не ошибаюсь, или был, по крайней мере, у Бестмастера сейчас, наверное. Кого нет? Да, тут что-то... Ну, мертвый Бестмастер гем не носит. Как мертвый Бджолы на гудуть? Из этого разряда? Аганиму инвокера. Хай. Ну, Лич уже со вторым чайником. Ну, кстати, Рубик вроде бы чайник и украл, да. Вот у него есть этот самый второй чейнфрост. Рубик, кстати, неплохо ворует. Кстати, он не успел. Еще давал это все нормально. Нет, Дум он хороший дал. Когда Урсу там прогнал, да. В принципе, норм было. Ну, просто что сейчас делать ребятам из команды Мама Бойс, когда на них пойдут нападать? Не когда они там будут с численным преимуществом, там будут избивать бедного Виспа или там бедную Урсу, а когда действительно на них прыгнет то Урса с БКБ Абиссалом. Свап сразу, вот. Единственное, Вингу тоже можно забрать. А тут уже, да, тут уже настолько жесткий перефарм. Байбека нет, 9-12, сапог, брейсер, стратегия 5-2-5. Кстати, не покупает еще один брейсер. Ну, а, это надо. Ошибочка. Ошибочка, потому что скоро не будет этих денег. Скорее всего, да. 548. Тайгер появился, как мы и говорили. Да, ждут следующего Рошана Team Spirit, скорее всего. Потому что у Бестмастера еще нет БКБ. Да, вот прилетел, кстати, гем. Минус 20 для Рошана. А Урсе уже почти ничего не нужно. Урсе я не знаю, что тут еще можно вторить. Блин, куку-нибудь.
я бы не сказал, что это must-have. Реально может собрать все, что угодно. Да. Вот реально все, что угодно. Баттерфляй. Линка на случай, если Doom даст Doom. Это next level. Next level. Mind games, вот эти, да? Игры разума. Ты не знаешь, что отчудят твои тиммейты, поэтому надо быть готовым ко всему. Не, сейчас в Урсе можно все что угодно делать. Можно даже хекс собрать. Это если прям тебе совсем хочется держать под контролем. Локейт. Запрыгнули. Ну, он пошел чайник от Лича, но, честно говоря, на него класть. Всем, кроме Виспа, наверное. Бис! Бис, живи! Живет. Живет, кстати. Живет. А вот Секси Бомбо не живет. Да, там может Колсвап, кто там небезызвестный. Но тут все сейчас поумирают, да, еще и башня проходит по обзору. Обзор погибает. Есть байбек от Инвокера, он даже поднимает ноги на торнадо, даже какой-то ЕМП прожимает, Секси Бомбу врезается в эту движуху. Урса, надо убежать просто со стенки. КБК. Не стрейфится там в блокинг баре. А где твое дерево, дружище? Нет дерева, закончилось. Слушай, а Урс-то может и умереть? Урс-то может умереть? Нет, у Урса есть блинк, и у Урса есть... А почему не ударил? Казармы сил света на центральной линии атакуют. Как хочет. Все, развели на байбеке. Сейчас просто отхилиться и вернуться. Сейчас просто инвоки тут чайно убить, вот это будет нежданный такой нежданный маневр. Да, Урса просто прыгает, забирает с него, забирает второго. Г-г-шечка. Да, это просто г, потому что полторы минуты без инвокеров казармы и спиритбрейкеров. Казармы сил света на верхней линии атакуют. Ну есть тиди. С дублейдом. Шанову и даггером. И БКБ. Казармы сил света берем. На верхней линии разрушены. Так, тут какой-то супер релокейт, а это релокейт типа на базу. Да, подрегенится. Ну хорошо, подрегенились. Ну идите вы, поломайте хоть что-то. Там ломают кого-то. Там Тини мастера, но самого Тини тут тоже могут поломать. Земля подрубается, свапчик пошел. Урса идет, вальяжненько, а Урса себе скади купила. Тоже неплохо. Да-да. Башню сил света на центральной линии. Да иди, а там что кого-то шли? Они пытаются выиграть время, это называется. Не, по факту они его выигрывают, потому что вот этот вот мусор, который бегает. Ну, как бы, что ты такая отзываешься о профессиональных игроках? Не, я не про игрока, я про героя говорю конкретно. Герой в конкретно данной ситуации, на этой карте, в конкретно этих условиях, это мусор. Вот о чем я говорю. Силы света укрепили свои сооружения. Я Рубика хейчу. Да это все, это мега крипы. Сторона это такое, да? Пока еще нет там, да, это... Обесел, дум. Вот три ульта всадили. Я сейчас должен вообще написать. Три ульта всадили, а-за-за. Хорошо, байбек он сделал, кстати. Орхид тоже потрачен. Не до час снова украли чайник. Да юзай ты скиллы какие-то, кроме чайника. Башня сил света. Блак, блак, бежать, блак. Фрустармор кого-то успел, в принципе, ни на кого ничего кинуть. Спиритбрейкера съели. Пытаются убить Дума, но Дум слишком долго живет. Вот чайник подвоился неплохо, кабанщика трикошетила, опять бис, Дум, бис, Дум. Давайте чайник убьет всех ворованный. Настоящий так бы никогда не сделал. Да, да, да. Ну, честно, просто игра команды Микса, именно Микса, то есть вот вы матчмейкинг заходите, вы сходите с таком из пятерых, против вас играет просто, ну, 5 рандомных. Вот выглядело именно так. Какой-то конкретной задумки, синхронизации действий я практически не заметил. И ну, благодаря этому у Team Spirit все настолько хорошо получилось, настолько легко и непринужденно. С чем мы их пока и поздравляем. Это первая взятая карта в этой серии и, возможно, будет еще и вторая. Но об этом мы будем с вами разговаривать, наверное, немного все-таки позже, потому что сейчас мы светим небольшую рекламно-музыкальную паузу.